На подконтрольной группировке ДНР территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной. Что делать в таких ситуациях и как защитить свои квартиры? Об этом поговорим в программе «5 вопросов на злобу дня». Я Олег Борисов, здравствуйте. И эту тему в разговоре продолжим с Элиной Шишкиной, координатором по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту». Элина, здравствуйте. Добрый день. Очень много сообщений в последнее время получаем, в том числе от жителей временно неподконтрольных Украине территорий. Кстати, это не только Донбасса считается, но и Крыма. В данном случае поговорим о Донбассе, части временно неподконтрольной. Что делать в таких ситуациях? Куда обращаться? Какие заявки писать? Возможно, нужно в правоохранительные органы Украины обращаться. Что вы скажете? Добрый день еще раз. Это на самом деле тема очень возникла в последнее время, последние буквально несколько недель. Но если помните, то еще в начале года были подобные сообщения, что возможно такое будет происходить на временно оккупированных территориях. На сегодняшний день у нас тоже есть сообщение о том, что это может быть действительно иметь место на территории так называемых ДНР. И люди начали просто обращаться, но с просьбами посоветовать, что делать. И мы разработали такой некий алгоритм, хотя это трудно так сказать, потому что на сегодняшний день очень трудно посоветовать людям, как им защитить права на жилье, на имущество, на временно оккупированной территории, которая находится, учитывая, что на этих территориях украинская власть не осуществляет эффективный контроль. Поэтому я бы сказала, начала с того, что в контексте украинского закона, то есть в глазах украинского закона, эти люди, имущество которых осталось на временно оккупированных территориях, они все равно являются собственниками этого имущества. То есть в глазах украинского законодательства, если они, конечно, будучи уже здесь переселенными лицами, не совершили какие-то юридические действия там, по передаче этого имущества, продаже его, обмену или какие-то другие юридические действия, то если они этого ничего не делали, то в глазах украинского закона они все равно являются собственниками. Поэтому украинский закон их здесь защищает. Вопрос в том, что делать, если жилье там, а человек здесь. И здесь, к сожалению, я могу дать только такой совет – обращаться действительно в правоохранительные органы с заявлениями о том, что их имущество собираются экспроприировать оккупационные власти. Это имущество в контексте их мнения, я имею в виду законов так называемых оккупационных властей, почему-то считается бесхозным. Ну, понятное дело, люди, убежав от войны, бросили жилье, выехали на подконтрольную Украине территорию. Но в контексте украинского закона это имущество аж никак бесхозным не является, у него есть собственники. Поэтому, если по отношению к этому имуществу совершаются противоправные незаконные действия, а такими как раз и являются экспроприация и те все документы, которые выдают оккупационные власти, то люди, собственники, имеют право обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о преступлении. И, соответственно, представлять факты и доказательства, которые свидетельствуют о том, что их имущество было экспроприировано. Если вы знаете, то уже буквально несколько дней назад Донецкая областная прокуратура заявила о том, что они начинают сбор данных. Это очень важно действительно сообщать, не просто потому, что есть реальная возможность защитить права, а в первую очередь в контексте вооруженного конфликта между Украиной и Россией. В частности, вы знаете, что в любом случае правоохранительные органы собирают факты нарушения прав человека на временно оккупированных территориях. Это идет так называемая документация случаев нарушений прав человека в вооруженном конфликте. Эти все документы, то есть точнее, эти все случаи документируются, они обрабатываются, их систематизация. И потом в контексте уже межгосударственных споров между Украиной и Россией вот эти все факты тоже будут важны на подтверждение украинской позиции о том, что оккупационные администрации совершают неправомерные, незаконные действия, нарушают Женевские конвенции и так далее. То есть это все важно действительно в контексте документирования и защиты потом в международных судебных органах своих прав. Я имею в виду в первую очередь государство Украина, которое будет защищать и также своих граждан.
собственники имущества, это также граждане, которых Украина обязалась защищать. То есть Ирина, это позвольте вот... уточнение. Позвольте маленькое уточнение. Я правильно понимаю, что если сейчас люди, которые здесь находятся на подконтрольной Украине территории, понимают, что их имущество хотят отнять, прямо говоря, если сейчас эти люди напишут заявление в правоохранительные органы Украины, правильно я понимаю, что после деоккупации, исходя из закона Украины, украинская власть обязана вернуть обратно человеку это имущество в законном порядке? Даже если там будут находиться люди, уже приехавшие из России или переехавшие там из другого уголка? В контексте украинского закона для собственника здесь ничего не меняется. Если, конечно, сам собственник не совершил какие-то действия юридического характера по, например, я же говорю, по продаже этого имущества. Например, там был заключен договор купли-продажи, он зарегистрирован здесь, на подконтрольной Украине территории, но объект находится на временно оккупированной. Но если собственник не совершил таких действий, то отжим имущества, грубо говоря, является незаконным с точки зрения международного права. И поэтому в глазах украинского закона также этот человек, имущество которого экспроприировали, все равно остается владельцем. После деоккупации эти люди будут иметь в любом случае право вернуться на уже деоккупированную территорию и вернуться в свои дома, в свое жилье. Те люди, которые там будут заселены, согласно украинскому закону, не будут иметь на него никакого права. То есть они знали о том, что этого имущества есть собственник, но они тем не менее заселились. То есть они совершили неправомерные действия, поэтому они уже не могут, после деоккупации, они не смогут продолжать дальше жить в этих квартирах и домах, потому что у них есть законные фактические собственники в глазах украинского закона. Ирина, скажите, пожалуйста, это же можно считать нарушением прав человека? Это и есть нарушение прав человека. Оккупационные администрации могут экспроприировать какое-то имущество, например, в военных целях, то есть, ну, если ведутся активные боевые действия. Но если это просто экспроприация, как они себе пишут в документах так называемого бесхозного имущества, хотя у имущества есть реальные собственники, то, конечно, это является неправомерным. То есть они мало того, что его экспроприируют, они же его еще действительно используют потом, то есть они заселяют туда других людей. То есть, соответственно, вот эти людей, которые поддерживают оккупационные власти, соответственно. Поэтому вот эти действия, если мы вводим всю вот эту цепочку, вот эти все действия точно являются неправомерными, и это нарушение права собственности. И последнее уточнение. Скажите, пожалуйста, а что грозит тем людям, которые заселятся в квартиру, которую посчитали не подконтрольной Украине ДНР, ЛНР, бесхозными? Эти люди должны осознавать, что когда вернутся реальные собственники, они должны будут освободить это имущество. А возможно, если еще и если собственник пожелает компенсировать ему, например, ущерб, если он будет дан. То есть если это имущество будет каким-то образом повреждено, например. Спасибо вам огромное. Это очень важная информация. Спасибо. Я напомню, что на прямой связи была Ирина Шишкина, координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту». Спасибо вам большое еще раз. И хотите оперативно получить важные новости, тогда подписывайтесь на наш Facebook, YouTube и Telegram. Там очень много важной информации. Спасибо за доверие и до встречи.